Покажу вам рецепт очень-очень вкусной малосольной селедки. Вот у меня здесь 3-литровая баночка. Я селедку разморозила, помыла, ничего удалять не надо. Ни жабры, ни глаза, ни чистить, ничего не отрезать, не удалять. Помыли, разморозили, помыли, сложили. Я в банку, у вас что есть. Вот она у меня отлично там поместилась. 4 штучки, здесь где-то кило 600, плюс-минус. 180 грамм соли, 60 грамм сахара, мерный стакан, чтобы отмерить 2 литра воды. И чайная ложка зерен горчицы, 2 лаврового листа, 1 гвоздичка, штучек 15 черного перца горошком и 5 штук душистого горошка. Выливаю 2 литра воды. То есть 2 литра воды. Это рассол будет на любое количество селедки. Ну, само собой, если у вас будет 2 селедки, то тогда можно сделать половину от нормы на литр воды и, соответственно, соли и сахара половину. Так, высыпаю все приправы. Соль. И сахар. Маринад надо довести до кипения и после кипения не больше 5 минут проварить его. И если вдруг у вас нет весов, то 180 грамм соли — это 6 столовых ложек с горкой, а 60 грамм сахара — это 2 столовые ложки с горкой. Маринад остыл, полностью заливаем селедку. Такую леечку широким горлышком на банку подцепила, чтобы мимо не пролилось. Обязательно всю приправу выбираем, потому что она села на дно. Все, селедка полностью покрыта. Сейчас закрываю и в холодильник на 3 суток. Прошло 3 суток. Даже, наверное, 4 дня прошло. Посмотрите, какая она классная. Запах просто обалденный у маринада этого. Кстати, этот маринад подойдет и для кильки, и для салаки. Для мойвы, наверное, нет. Скорее всего, там немножко другой. Потом я вам покажу, как я вкусно мойву мариную. Посмотрите, какая классная селедка. Сейчас я ее почищу, разрежу. Попробовала я селедку. На самом деле очень вкусная, малосольная. Классный рецепт. Запоминайте и обязательно попробуйте так сделать. И как по мне, 3-литровая банка для этих целей — просто идеальный вариант. Она вся туда входит. Минимум 4 штуки. Если очень крупные, то 4. Если помельче, то можно и 5 вместить. Может быть, даже и 6. Поэтому пробуйте, делайте. Селедка супер.